Нескольким жильцам этого дома теперь придется туго. За неуплату им отключают канализацию. К таким мерам коммунальщики прибегают все чаще. Но если раньше должники прикрывались добросовестными соседями, чтобы избежать проблем, то сейчас с новой техникой и оборудованием слесари то спасу могут отключить канализацию конкретному абоненту. С начала года уже отключено более 850 квартир. Из них абсолютно большая часть долги оплатила. Да, есть те, которые до сих пор сидят за глушкой. Мы ее каждую неделю мониторим совместно с руководителями КСК. Смотрим, чтобы от этих нерадивых должников не страдали добросовестные потребители. Один месяц пользования услугой канализации обходится потребителям от 150 до 200 тенге. Но, увы, некоторые жильцы почему-то эту графу игнорируют. В результате появляются многотысячные долги, погасить которые потребители уже не в силах. Самый эффективный метод борьбы с должниками – это заглушка канализации, потому что жильцы не могут обойтись без этой системы. Они смогли бы, например, без водоснабжения, ведь воду можно купить, но без канализации никак. Поэтому, как только мы перекрываем доступ, они сразу же рассчитываются с долгами. На сегодня жильцы многоэтажных домов задолжали за канализацию 40 миллионов тенге. После принятия жестких мер 613 потребителей свои счета оплатили. Сейчас по городу работают 3 бригады, которые занимаются отключением канализационной системы. И этих сил пока достаточно, чтобы решить проблему с должниками. Ильза Такчурина, Мирбулат Кусаинов, Ялкунджан Ашимжанов, телеканал Алматы.